Наступного тижня. Продовження вампірської саги на шоу X-Factor. А что это за образы? Вы кто вообще? Это что такое значит? Это не образ. Я не могу находиться под открытыми лучами. Что вы будете петь? Называется песня «Мы потушили свет в аду». Вы видите всех детей из зала. Летучие мыши сейчас будут нестись прямо на вас. Такого вы еще не бачили. Боже мой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно. Виступ, який перетворився на ДТП. Сенсаційний хіт. Очень класна пісня. Що саме немаловажно, вона не похожа ні на стиль «Океан Ельзи», «Бумбокс», «Друга ріка», тому що тут двойников у нас вот так. Очень красивый темп. Я считаю, что это, ну, блестяще. Новый музычный прорыв на X-Factory. Настоящие мужчины играли настоящую рок-музыку. Это жесть. Это очень круто. Какие гурты, фантастика.